Добрый день. Поступил вопрос. Каково значение дефицита массы тела в развитии психических заболеваний, психоэмоциональных расстройств, ну и вообще в психической конституции? Да, существует, в принципе, существует тип конституции не только психической, но и физической, астенический, да, то есть это, как правило, дефицит массы тела, это худощавое, соответственно, телосложение, это достаточно быстрый и высокий уровень возбудимости, если мы говорим про психику, быстрая достаточная истощаемость, но я бы не сказал, что это прямо вот так вот однозначно и жестко связано именно с массой тела и ни с чем иным. То есть мы можем наблюдать также массу примеров, когда люди с формальным дефицитом массы тела являются крайне энергичными, крайне активными, очень выносливыми и весьма-весьма эффективными. Поэтому привязывать психотип и наличие психоэмоциональных расстройств просто к массе тела неверно. Опять-таки обратный вариант, да, эпилептоида, классический вариант эпилепсии, геркулесова болезнь, именно мощное такое атлетическое телосложение, также резкие, интенсивные такие дисфорические реакции. Но опять же масса и масса людей с классическими реакциями по типу эпилептоида не обладают тем самым атлетическим телосложением. Поэтому, хотя такие наблюдения и есть, и да, в каких-то случаях они имеют некоторую актуальность, но ни в коем случае не являются стопроцентным, так скажем, предиктом развития того или иного заболевания. То есть не только просто масса тела, потому что, вы сами понимаете, она может быть совершенно разная. Она может быть за счет мышечной массы, она может быть за счет жира. Но и даже если дифференцировать, что там доминирует мышечная и жировая ткань, все равно не позволяет нам уверенно говорить, что вот тот человек будет обязательно эпилептоидом, этот человек обязательно будет астеником, только исходя из его габаритов. То же самое и на развитие заболеваний. Теоретически, абсолютно такой сухой человек, абсолютно без каких-либо запасов подкожно-жировой клетчатки, потенциально может достаточно быстро истощаться, в том числе и при психоэмоциональном расстройстве. Теоретически. Практически же может быть по-разному. Поэтому еще раз повторюсь, какой-то однозначной, просто вот такой стопроцентной корреляции между телосложением, массой тела, дефицитом, либо наоборот, профицитом массы тела и психоэмоциональным статусом, состоянием и развитием психических расстройств нету. Это только один из вторичных, даже, наверное, третичных по отношению, собственно, к клиническим проявлениям факторов, которые вряд ли в одиночку, ну не вряд ли, а просто совершенно точно в одиночку клинику никак не перевешивают и никак не могут определять тактику лечения. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего. До свидания.